Сценарий, что произошел химический взрыв в Риге, недалеко отсюда, на химическом заводе. Нам очень повезло, что согласились студенты Института труда и гражданской обороны Рижского технического университета, как статисты, которые согласились выступить и в качестве пострадавших, и для оценки процесса. По словам главы больницы Страдыня, это первые подобные учения за последнее время. Мы должны быть готовы всегда, поэтому мы решили разыграть такую ситуацию. Надеюсь, нам не придется делать этого в реальной жизни, но мы в любом случае будем к этому готовы. После этого зафиксируем ход учений, и там, где у нас, может быть, не получилось так хорошо, как хотелось бы, внесем улучшения. В учениях участвовали также отделения из Государственной пожарно-спасательной службы и службы неотложной медицинской помощи. Юлия Бита, Инц Иванс, РУС ЛСМ.